самому ничего выдумывать. 3-4 момента надо знать основные. Вот именно по, не по технике удара, а по ведению. По тактике, но, наверное. Да. Тактике ведения боя, тактики, ну и системе нанесения атаки и защиты. Чем начинать, чем заканчивать, что без середины, что без примерно когда. Да? Там не так уж много. Вот даже выучить ту же самую встречную работу, ударить на встречу, подхватить. Последний удар на бой, чтобы заканчивать. Чем начинать, тоже все понятно. Вроде там столько раз объясняют. Все равно они выходят, делают соревнования. Пару спальных удрался с Давидом Зубицким. Показательно, мне кажется. Последний год. Блин, куда я знаю, что это же? Последний бой. Может, по раунду? По очереди? Нет, это еще от сырого вида, что ли.
Ну, сейчас уже это будем выходить, наберутся. Уже шум гамса не слышно. Тем более телефон у меня такой выходит. На месте, все нормально. Все нормально. А? Хорошо. Как там температура есть? Сколько? 37,5. Все ясно. Таблетки шпи не забывай. А? Ну давай. Молодец, на кофе заработал.